Стали известны подробности крупного пожара в селе Заозерье. Частный дом загорелся вчера вечером на улице Новослободская. Позже огонь перекинулся и на хозяйственную постройку. Сгорел также автомобиль Volkswagen Polo. Сигнал о возгорании поступил около 16:00. На месте происшествия работали 30 человек и 9 единиц техники. Спасатели боролись с огнем 6 часов. Общая площадь пожара составила 530 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Как рассказали в МЧС, сейчас на месте проводится расследование. Причины возгорания устанавливаются.